привет! На этом окошке у меня сейчас будут поливаться орхидеи. Здесь они стоят в разной фазе роста, в разной фазе развития. Вот, допустим, вот такая вот есть бабочка, красотка. Немножко она, конечно, подвыгорела. Вот этот свежий распустившийся цветочек еще ярко-желтый. А остальные уже чуть-чуть выгорели. Но все равно, тем не менее, она очень красивая. Она у меня была на два вот таких пушистых цветоносика, но один из них я срезала на клонирование. Оставила себе вот этот вот. Красотка, не правда ли? Очень мне понравилась. Вот, она будет поливаться удобрением для цветения. А есть у меня вот такой вот, вот такая вот бабочка. Это сорт называется Тимон, любимец многих. У него сейчас бурная фаза цветения и роста. Да, вот мои орхидеи, даже когда обильно достаточно цветут, они не прекращают никогда свой рост в течение всего года. Ну, вот Тимон не исключение. Вот здесь у него растет новый цветонос. Вот еще один вырос цветонос. Это тоже домашний новый цветонос. Я его нечаянно сломала, но он долго не думав разветвился. Да, вот таких две ветки тоже будет цвести. Вот, его я буду сегодня поливать удобрением не для цветения. Вернее, не удобрением вообще. У него вот такая уже корневая. Видите, какая, как она просохла хорошо. Вот, через горшок видно, как все корни находятся в росте. Вот здесь даже, видите, пророс корень через дренажное отверстие. Для него я развела препарат от гнили, топсин называется. Да, представляете, я проливаю свои орхидеи для профилактики такими препаратами. Стараюсь раз в месяц, особенно в жаркие летние дни, потому что у меня очень жарко. Я зимой, в принципе, не так часто от гнили проливаю для профилактики, а летом стараюсь прям каждый месяц. Особенно я не пренебрегаю этим правилом для ценных дорогих сортов. Это у меня как отче наш. В летний жаркий период всегда раз в месяц для профилактики они получают, скорее всего, топсин. Мне нравится этот препарат. Я его часто использую. Вот, видите, полное налила блюдце. Вот, ну сейчас еще пролью вот этого красавца. Это из моих новеньких, это бабочка Кадиллак. Ее тоже пора поливать. У нее там тоже просохли корни. Ну вот ей тоже достанется, топсин. Я ее буду поливать на месяц. Ой, на месяц, на сантиметр примерно, чтобы наружный горшок погружался в блюдце или в поддон, да, вот так вот. Вот, все, она будет так у меня стоять до тех пор, пока не выпьет полностью всю воду. Вот, ну здесь я также буду проливать топсином те растения, которые не в очень хорошем состоянии после обильного грандиозного цветения. Такое бывает, у них начинает ослабевать иммунитет, если очень много цветов. Вот видите, здесь нижние листики потеряли тургор. Это бабочка Бьюмонт. Вот видите, какие у нее корни. Они уже тоже просохли, вот там видно. Я, пожалуй, ее тоже пролью топсином для того, чтобы, ну, обезопасить чуть-чуть от каких-то серьезных проблем, связанных с жарой. Бьюмонт, как вы знаете, нестабилен в мутации, но мои бьюмонды, у меня также есть пиор. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, уже который год радует меня стабильной мутацией. Вот, это бабочка, как я уже сказала, она отцвела уже, вот видите, тоже там один цветонос, я его срезала, отправила на клонирование, а второй оставила. Вот, ну, его я тоже уже срезала, потому что очень жарко, орхидеи отцветают, которые уже давно цветут. Вот, и вот так вот
Я ее поливаю, чтобы один горшочек, чтобы горшочек с ее корнями полностью погрузился в блюдце. Вот так, я обожаю эти горшки, вы знаете. Вот. И бьюмонт у меня не исключение, также посажен в этот же горшочек. Вот. Также я просматриваю, кого мне еще нужно пролить топсином. Если я где-то вижу какое-то растение такое вот уставшее, либо, ну, я вижу, что у него начинает снижаться иммунитет, я обязательно первым делом проливаю от всевозможных проблем в будущем. Это от гнилей. Ну и также орхидеи обязательно обрабатываются от вредителей в жаркий период времени. У меня орхидеи очень любят, кушать клещи. Раньше они у меня регулярно их съедали, портили внешний вид. Вот. Ну потом, когда у меня уже опыта стало побольше, мои орхидеюшки, вот, кстати, быстро выросла она вот здесь в глубине стоит, я даже к ней не заглядываю. Это такая желтая красивая бабочка, она там тоже зацветает, и вот здесь новый цветоносик пробудила, умничка. Вот что я говорила. Ну, а как опыта у меня прибавилось, я уже перестала дожидаться, пока их будут доедать клещи. Я решила все это делать для профилактики. В летние месяцы раз в месяц стараюсь обрабатывать любыми препаратами от клещей. Не буду сейчас это называть, делать рекламу, какими конкретно. Я обрабатываю, предпочитаю японские препараты. Любые японские препараты, которые идут от клещей, подойдут. Делаю одну обработку для профилактики раз в месяц разными по действующему веществу препаратами. Ну и вот здесь, на этом месте, также сейчас пролью этим препаратом для профилактики. Здесь у меня, знаете, что произошло? У меня парочку подростков, вот это вот красивый, редкий, красавчик-подросток, это пилорик Ноттингем, огромные цветы у него, кудрявый, белоснежный такой, лапочка. Он стоял вот на том окне, которое я вам только что показывала, как я поливаю. Но там что происходит? Там очень высоко поднимается температура. У меня нету там термометра, но примерно, ну, свыше 30 градусов, я думаю. Вот. И некоторые вот такие вот орхидеюшки, которые либо детки, либо подростки, они имеют, ну, более такую слабую систему, более низкий иммунитет. Соответственно, они больше подвержены всяким родом заболеваний, да, всякого рода заболеваниям. Вот. И как только создаются неблагоприятные условия, иммунитет падает еще больше. Это точно так же, как и у людей, у растений также. Вот. И начинают появляться какие-то проблемы. С того окна я убрала вот эту, сейчас объясню почему, и вот эту. Я убрала, потому что я заметила, как у нее пожелтел центральный листик. Ну вот, не вот этот центральный, а вот где-то вот здесь он был. Он пожелтел, и на нем появился такой вот отек. Сначала появился отек немножко, а потом стало это все желтеть. Я поняла, что ей не нравится категорически на этом окне. Вот, ей там жарко, душно. И я ее переставила вот сюда, на свои вот эти полочки. А здесь у меня что происходит? Здесь у меня работает кондиционер. Кондиционер направлен прямо на орхидеи. Вот, и воздух здесь, вот я только включила его, 27,7, было 30 градусов. Вот, ну теперь вот видите, начала температура снижаться. Ее я также в прошлый раз, когда переставила, я ее пролила топсином. И в этот раз я тоже хочу, второй раз, чтобы закрепить результат, я также хочу ее пролить топсином. Вот сейчас еще наберу. Вот, я что сделала? Я убрала этот желтый отечный лист.
и пролила ее фунгицидным препаратом. Ну, использовала, как я уже сказала, тот, который сказала. Вот так. Все, видите, полностью вот это поддончик полностью в воде, значит, полив закончен. Здесь я уже полила топсином в прошлый раз, тут еще имеется вода, вот смотрите. Ее я поливать не буду. Здесь была точно такая же история. Отек и пожелтел какой-то центральный вот здесь вот листик. И вот этот тоже с краю молодой начал отекать. И кончик начал желтеть. Вот видите, как здесь что-то похожее. Вот. И я ее также переставила в более для нее благоприятную обстановку, где есть приток воздуха, да, какой-то не такой воздух, который вообще стоит колом и не хочет никуда двигаться, а именно обдуваются они у меня воздухом прохладным. Вот. И как я вижу, им очень даже нравится. Вот. Вот смотрите, еще хочу рассказать. Смотрите, что у меня появилось. А, ни за что не угадаете. А может, угадаете. Это знаете кто? Помните историю? В одном видео я вам рассказывала, как я поменялась с продавцом орхидей. И я отправила одно растение взрослое, свое такое хорошо развитое, красивое, бабочку редкую. Мне в ответ прислали этот Манхэттен пилор. Вот. Вот, кстати, Манхэттен трилипс у меня распускается. Смотрите. Какой красивый. У него такой язычок в крапинку. Вот. Ну, цветение такое очень дохлое. Посмотрите. Ну, понятно, у меня очень жарко. У меня не цветут летом хорошо орхидеи, поэтому это не удивительно. Вот, и история такая была. Мне прислала она другое растение, нежизнеспособное, полностью со сгнившими корнями. Вот, малюсенького какого-то размера, полуподросткового, но зато которое цвело на 4 цветоноса. Ну, зачем мне эти 4 цветоноса? У такого трупа, да, ну, понятное дело, что он и так не хорошо развит, и еще на такое обильное цветение, конечно же, пошли какие-то проблемы. А вот. Ну, та орхидея там спустя месяц или полтора, я пыталась ее выходить, но она погибла, потому что корней не было ни единого, и плюс еще там начала подгнивать шея. Вот. Ну, я написала об этом продавцу сразу же, как получила, все показала, все написала. Были там кое-какие небольшие затруднения, но в итоге все решилось для меня благополучно. Продавец мне выслала еще один экземпляр пилорика Манхэттен. Друзья, вот шикарный пришел экземпляр с шикарными корнями, шикарного размера, не подросток микроскопически, хорошо ну, выглядит, тургор листиков, все у него хорошо. Вот у меня вопрос, неужели нельзя было с первого раза отправить хорошее качественное растение? Ну, не было бы никаких вопросов вообще. Но почему-то как вот вышло, так вышло. Вот, ну, слава богу, для меня хорошо все это решилось, вся эта ситуация, хотя не совсем так гладко все шло, конечно, как хотелось бы, но слава богу, все хорошо. То растение, не помню, сказала, не сказала, оно погибло спустя там месяц или полтора. Вот. Но я не осталась без пилора Манхэттена. У меня есть вот и трилипс, и пилор. Ну, мне нравится этот сорт. Вот не хватает только бабочки. Ищу бабочку. Может быть, попадется. Вот. Так что, кто спрашивал, кто интересовался, вот видите, ситуация нормально решилась. Вот хороший мне прислали экземпляр. После определенного характера проблем. То есть сначала пришел труп другой, а на второй раз решили нормально отправить. Ну, вопрос, почему нельзя было сразу качественный, хороший цветок отправить? Непонятно. Ладно, проехали уже, забыли за эту тему. Не хочу даже больше вообще вспоминать. Вот, давайте лучше покажу своих красоток. Смотрите, вот это что вообще за скорпион? Не скорпион, а как он?
этот паук, нет, не паук. Как называется этот в море, который живет с кучей щупальцев, вылетел из головы. В общем, это он. Посмотрите, что творится. Это вот на старом цветоносе у меня пробудил. Это моя бабочка все еще никак не зацветет. И вот растет, смотрите, у нее новый цветонос. Ну, не факт, что это бабочка. Ждем цветения. Надеюсь, что все будет хорошо. Все на цветоносах. Ой, котик, посмотрите, распускается постепенно. Ну, прелесть, как хорош. Вон он у меня. Вон он растет. Вот, все с ним хорошо. Вот такой вот он у меня красавчик. Очень медленно распускает свои цветочки, потому что ему душно, жарко, и ему, конечно, очень тяжело. Еще я сильно очень жду, прям очень. Я жду вот такую красоту. Это детка у моего обожаемого сорта. Сорт называется Денвер Бабочка. Был, во всяком случае, материнское растение цвело на 5 цветоносов, все бабочки. И вот детка выдала мне 2 цветоноса. Я очень жду, как же она зацветет, прям вот вообще. Как только она зацветет, я срежу эти цветоносики, я не буду оставлять. Я не даю таким маленьким растениям цвести, но мне, ну, необходимо понять, все ли пройдет гладко, зацветет ли она, как и должна. Поэтому я оставлю их. Как только она зацветет, я срежу ей вот эти цветоносики и буду ее отсаживать. У нее там куча корней, буду ее убирать с пня. Вот. Пока что вот жду. Вот смотрите, что из-за жары происходит. Недавно распустилась вот такая красивая бабочка без названия. И посмотрите, что с ее цветочками. Видите? Цветочки у нее бедные вот так вот загибаются, как, хотя это новое цветение, она не так давно распустилась, и вот продолжает дальше распускать оставшиеся бутончики. Но вот так вот, видите, вот когда жарко, орхидеи все-таки, я так думаю, не должны цвести, потому что вот так бывает. Цветение бывает либо какое-то облезлое, дохлячее там, с худыми цветоносами, как вот я вам показывала у Манхэттена. Вот. Либо, если даже и вытянет она это цветение, эти цветы она растила, когда еще не было настолько жарко, то они, видите, как начинают вять. Все с ней хорошо, но вот ей жарко. Ну, прости, я ничего не могу с этим поделать. И так пытаюсь, как могу, создавать условия кондиционером. Вот, ну, я не всегда тоже могу обеспечить им именно комфортные условия летом. Летом с этим все очень трудно. Из-за того, что у меня южная ориентация окон, очень безумно жарко. И орхидеям тяжело, конечно, бедненьким им тяжело. Вот. Вот так вот такие новости. Смотрите, кто распускается. Как-то у меня там она подписана. Я не выучила еще ее название. Вот такая бабочка. Кудряшка. Ну, не кудряшка, она такая с рваным краем идет. Вот, молодец, цветет. Тоже было у нее куча цветоносов. Вот, она еще детку растит. Ну, я ее поделила. Вот низ ее в виде пня оставила. И вверх вот она укоренила. Не знаю, как там пошел он в рост или не пошел. Тоже стояла она на том окне. Тоже смотрю, нижние листики, видите, вот так от края начали желтеть. И я так поняла, что ей там тоже жарко, этой верхушке. Я ее переставила сюда, ближе к кондиционеру, к более такому прохладному воздуху. Вот. Ну, орхидеи все практически у меня сейчас зацветают. Они все растят цветоносы. Хотела вот еще вам показать, это где? Так, сейчас. Вот один цветонос старый, вот второй цветонос старый. Это беликоз, бабочка должна быть. А вот у нее также, смотрите, заметила у нее цветонос. Вот чуть-чуть прохлопаешь момент, и все. Сейчас объясню, в каком смысле прохлопаешь момент. Я пыталась быстро попасть в тот момент, когда они уже отцвели, мне надо было срочно
им намазать почки, кто уже взрослый, кто хорошо развит, для того, чтобы получились у них детки на почках. Вот, но я не мажу почки цветущим орхидеям или которые растят цветоносы, не мажу. Ну вот у многих я пропустила этот момент. Достаю беликоз, собралась ей тоже обработать почку, смотрю, а у нее растет цветонос. Блин, я не успела. А, прохлопал этот момент ушами. И она стала растить новый цветонос. Значит, не получится ей ничего помазать. То же самое, та же ситуация была у Dream Diamond бабочки. Тоже достала, хотела ее помазать. Смотрю, у нее два новых цветоноса там. Вот один. И вон там. Вот там есть еще один. Собрался расти. Ну, тоже не успела. Ну, что поделать? Вот ей жарко, ей плохо, но вот, видимо, от стресса из-за жары они повыпускали мне цветоносы. Ладно, посмотрим, чем это все закончится. Впервые у меня такое обилие цветоносов в это время года. Никогда такого не было. Вот эти пенечки, это все поделенные орхидеи. Я ожидаю на этих пнях детей. Вот, видите, здесь уже растут. Вон одна вот там растет, и вот вторая. Вот такие вот они у меня умнички. Вот, так что это вот поделенные, поэтому очень все страшно сейчас, ну, надо потерпеть ради новой жизни. Здесь уже, кстати, отсажены, видите, детки растут. Спасибо всем за просмотр. До встречи на моем канале. Всем пока!